В раздевалке хоккейного клуба «Сочи», пожалуй, еще никогда не было коньков 36-го размера. Детскую амуницию специально приготовили для гостя, которого с нетерпением ждала вся хоккейная команда. Это налокотники, надеваются на локти. Я сейчас буду с тобой надевать. Это шлем. Шлем. Видишь, ты уже знаешь больше даже, чем я практически. Всего за несколько месяцев 7-летний Богдан из небольшого городка Кирово-Чепецка стал для игроков хоккейного клуба «Сочи» почти родным. Его история никого не оставила равнодушным. В 4 года мальчику поставили страшный диагноз – врожденный порок сердца. Необходимую на операцию сумму собрать самостоятельно его семья не могла. Сбор средств была инициатива игроков. То есть, да, игроки очень добрые, отзывчивые, и большое им спасибо. И тренерскому составу тоже. Мы постоянно держали этот вопрос на контроле, постоянно информировали команду. То есть сейчас там ребенку там проводят все необходимые анализы, там операция будет на следующей неделе и так далее. То есть они постоянно живо интересуются и принимают участие в этом, насколько это возможно, насколько это график позволяет. Вот. Ну, я думаю, что сегодня все получили такой заряд доброты. Всего 2 недели назад Богдан лежал на операционном столе. Сегодня он уже делает первые робкие шаги на льду и совсем не боится упасть. Во-первых, у него была нагрузка больше уже на сердце, и он часто болел. И как бы из-за этого спортом он не мог заниматься. Вот. А сейчас, на данный момент, после операции, мы полностью здоровы. И все-таки к физическим нагрузкам мальчик еще не привык, поэтому небольшие перерывы во время тренировки ему необходимы. Правда, долго усидеть на одном месте он уже не может. Все, я отдышался! Ну, пойдем играть? Да! И вот момент, которого Богдан ждал больше всего. Он уже неплохо держится на коньках, и ему разрешают взять в руки клюшку. Ее, кстати, специально обрезали под рост мальчика. Вместе с наставником он учится делать броски, а после даже выходит один на один с вратарем хоккейного клуба «Сочи». И после нескольких неудачных попыток забивает свой первый в жизни гол. Мне понравилось кататься и клюшку держать, и шайбу, ловить. А я хочу хоккеистом стать. Почувствовать себя настоящим хоккеистом Богдан сможет уже сегодня вечером. Мальчику предстоит сделать символическое вбрасывание шайбы и тем самым дать старт матчу между хоккейными командами «Сочи» и «Адмирал». И кто знает, может, через несколько лет он снова выйдет на этот лед уже в качестве профессионального хоккеиста. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.